Привет, друзья! Опубликованы кадры по сборке и запуску российского многоцелевого БПЛА «Суперкам С-350» российскими военнослужащими. БПЛА С-350 разработан компанией беспилотной системы и выполнен в конфигурации самолетного типа. БПЛА способен выполнять множество задач, таких как аэросъемка и аэрофотографирование местности, осуществление наблюдательных, патрульных и мониторинговых полетов. Высокая устойчивость и хорошая управляемость допускают использование БПЛА «Суперскан» в сложных метеоусловиях. С-350 имеет автопилот и осуществляет автоматический полет по заданной программе, имеет возможность зависания над объектом и автоматическое возвращение в заданную точку. БПЛА может использовать до 3 полезных нагрузок одновременно. Среди них тепловизор, датчик измерения радиационного фона, лазерный газоанализатор. Длительность полета БПЛА до 4,5 часов с передачей информации на дальность до 100 км, на скорости до 120 км в час. Максимальная дальность полета не менее 240 км, на высоте до 5000 метров. БПЛА запускается с катапульты и приземляется с помощью парашюта. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.